Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Toyota Mark 2, 98 года выпуска, 3 литра, автомат, бензин, задний привод. Пробег на автомобиле 118 тысяч километров. Пробили заднюю левую стойку, побежала, начала подкачивать машину. Подвеска здесь TEMS, но амортизатор дорогой. Поэтому заказали обычный Каябу, неуправляемый. Снимаю в салоне сиденье, спинку сиденья. И также снимаю оба колеса, чтобы нам заменить стойки. Снимаем в салоне подушку сиденья. Здесь по бокам снизу защелки. Подрываем подушку вверх. С одной стороны и со второй. Теперь перед тем, прежде чем откручивать спинку, снимем защелки на ремнях. Ремни безопасности, чтобы их не откручивать. Здесь снизу, сзади есть окошки. Заталкиваем тоненькую отвертку и отщелкиваем. На этой стороне. Надо делать двумя руками. Одной неудобно. О, получилось. Вот такие защелочки внутри. Приподнимаем и выводим ремень. Здесь и здесь точно так же. Все, снял я и с одной, и с другой стороны ремень. Теперь откручиваем болты. Так, один у нас, два посередине и два по бокам. Вот эти болты отворачиваем. И снимаем спинку, потому что крепление стоек у нас за спинкой, верхняя часть. Ключик на 10. Поднимаем спинку вверх. Приподняли и выводим вперед. С одной стороны и с другой. Перекидываем ремни через спинку.
Спинка тяжелее подушки раза в три. А вот здесь уже хорошо видно колпак стойки. Откручиваем три гайки. Головка на 12. Снимаем колпак. Отключаем разъем под ним. И потом откручиваем три гайки, которые у нас держат непосредственно чашку опору стойки. В принципе, полку можно снять полностью, но не хочу скидывать ремни, поэтому полку снимать не буду, пусть стоит. Не трудно подлезть и под полку. Так, колпак я открутил. Снял колпак. Нажимаю разъем. Откручиваем головкой на 8 двигатель. Все, открутил, снимаю его. И еще я откручу вот этот сам кронштейн. Кронштейн должен быть своей гайкой прикручен. Головка на 17. А ничего подобного. Этот кронштейн общей гайкой прикручен. Ясно. Тогда откручиваем снизу стойку. Откручиваем стойку от цапфы и потом уже открутим в салоне опору. Брызну ВД-шкой, брызну на гайку. И болт, и гайка на 19. Thank you.
гайку открутил, вытаскиваю болт. Амортизатор отбил, а теперь можно откручивать в салоне. Так, ну вот, откручу сначала первую дальнюю. Все, стойка опустилась. Так, вот теперь ее надо вывести, не снимая рычага. Так, чтобы мне побольше приопустить, сниму стопор с тормозного шланга. Объясню, зачем. Вот этого расстояния мне хватит, чтобы, отжав ступицу вниз, не порвать шланг. Вытащил стойку и хотел показать цилиндрок. Этот цилиндрок я менял год назад фирмы Линкс. Плохой цилиндрок, на стойке он не ходит. Стойки одинаковые, 341 292, что левое, что правое. Берем, прокачиваем ее. Сначала прокачаем вниз, кверх тормашками. Вот теперь 5-6 раз прокачиваем ее в нормальном положении, и после этого мы уже ее не ложим.
Все, стойку я прокачал. Держим ее теперь всегда в вертикальном положении. Старая стойка обозначения точки, она идет вперед по движению. Гайка на 17. Здесь можно придавить руками стойка. Довольно-таки не жесткая. И открутить. Сделать можно без тяжек. А, ну правая стойка тоже без газа. Газ уже выплюнул. Берем новую. Отбойник. Наживляю и закручиваю. Все, подтянул уже на автомобиле. Здесь на стойке пропил и на опоре пропил. Совмещаем их, одеваем, и у нас шток уже прокручиваться из этих пропилов в чашке не будет. Идем устанавливаем на автомобиль. Отвертками снизу выравниваю сайлентблок с двух сторон. Так, есть, хорошо. Смазываю болт. И наживляю гайку. Все. Снизу болт наживил. Здесь вставил. Теперь ставим на место шайбу. И наживляем опору.
Все. Центральную гайку я тоже подтянул. Ставим проводку на место. Разъем сюда вот так вот воткну, чтобы он не брякал. И колпак закрываю. Наживляю и закручиваю гайки. Снизу болт амортизатора затягиваю и аналогичным образом меняю со второй стороны. Когда заменю, установим подушку, спинку и подушку сиденья. Все, правую стойку заменил. Также левую стойку тоже заменил. Теперь устанавливаем на место спинку. Заводим ремень. Батарейка в камере села. Вот я перекинул этот ремешок и этот ремешок перекинул. Теперь заводим и ставим вверх. Ну и прикручиваем нижние болты. Болты смажу медной смазкой. Они выходят наружу. Концы у них нет-нет, ржавеют, как видно. Также со второй стороны.
Ставим подушку. Все, салон собрал, устанавливаю колеса. Все, колеса установил, затянул, и на этом замену задних стоек я закончил. Всего вам доброго!